Юбилейные мероприятия, посвященные 75-й годовщине образования прокуратуры Брестской области, прошли накануне в городе над Бугом. В торжественной церемонии приняли участие представители городской и областной вертикали власти. Праздничная дата – это хороший повод сказать спасибо за многолетний плодотворный и добросовестный труд, а также определить цели и задачи для дальнейшей работы. Открывая торжественное мероприятие, Константин Сумар отметил весомый вклад ведомства в развитие области. В том, что доверие к прокурорам есть, сомневаться не приходится. Что сегодня жители области доверяют органам прокуратуры, видят у вас принципиальных защитников их прав и законных интересов и ощущают себя в безопасности, а инвестор выбирает область для реализации своих проектов и не боятся вести здесь бизнес, это во многом оценка и вашей работы. Если пройтись по истории, то можно отметить, что каждый ее период ставит свой акцент на тех задачах, которые выполняла прокуратура. Но ясно одно, что годами работы меньше не становится и не стало, причем она постоянно усложняется. Прокуратуре принадлежит одно из важнейших мест в системе правоохранительных органов республики. И несмотря на особую сложность работы, должность прокурора была и остается почетной. Пусть не всегда его работу оценивают по достоинству, однако труд представителей этого ведомства сложный и ответственный. Не зря народная мудрость гласит – за прокурором стоит закон. В Брестской области за его неприкосновенностью следят 175 представителей ведомства. Коллектив немногочисленный, но трудолюбивый. Именно он является кузницей высоких результатов работы прокуратуры региона. У нас в области работает аппарат прокуратуры области, одна городская прокуратура, две межрайонные, 14 районных прокуратур и две транспортных. Общей численностью всего лишь 175 прокурорских работников. Я хотел бы обратить особое внимание на то, что у нас практически половина, а именно 7 территориальных районных прокуратур работают со штатом 3 прокурорских работника на район. И вот эти 3 человека, они обеспечивают состояние законности и правопорядка. Продолжая исторические традиции, прокуроры Брестской области с уверенностью смотрят в будущее. На их плечах большая ответственность – быть верными продолжателями родных традиций, честно исполнять свой профессиональный долг, заботясь об интересах граждан белорусского государства. Многое меняется, однако главные принципы работы остаются неизменными. Они передаются из поколения в поколение. Мне, например, пришлось пройти через школу и Ивана Даниловича, и Олега Владимировича Лаврухина, который ныне прокурор Минской области. Раньше он был моим учителем. И Светлана Николаевна Масло, которая также занимает сейчас пост в Генеральной прокуратуре. И многие другие учителя, которым мы благодарны. Поэтому только благодаря их опыту, их вот этому вложению в наши знания, конечно же, мы стали теми, кем мы стали. Прошла жизнь. Хочу, чтобы и дальше в нашей прокуратуре и вообще во всех правоохранительных органах работали люди честные, справедливые, ответственные, которым по ночам дела не дают спать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Буг-ТВ».